В молодежном центре Краснодара впервые прошла встреча участников лагеря «Дубрава». Руководители проектов, вожатые выпускники разных лет, вспомнили яркие моменты и выбрали самый интересный форум – тематическую смену лучшего руководителя проекта и вожатого. Голосование шло в соцсетях. Это действительно очень волнительно. Спасибо большое за то, что так получилось. Но многие ребята были действительно достойны этой награды. Эту идею подсказали именно те, кто были в Дубраве, которые там находятся регулярно, можно сказать, о том, что эта встреча необходима. И вот мы ее попытались провести в новом для нас формате. Я думаю, я надеюсь, что это станет доброй традицией, когда встречи выпускников Дубравы, именно такое название мы придумали, станут традиционными. Молодежный лагерь «Дубрава» находится в Северском районе. С 2007 года каждое лето там проходит 5 смен. Патриот, респект здоровью, чемпион, креатив и молодежный лидер. А весной и осенью 12 тематических слетов. За год лагерь посещают не менее 2000 молодых краснодарцев.